в Фейсбуке. И отлично, отлично, значит, получимся. Сегодня очень интересный урок. Мне кажется, очень интересный, полезный. Знаете, бывает, вот находишь что-то. Для меня знание — это самая большая радость и ценность, да, потому что находишь, например, какое-то такое знание интересное. И оно, когда ты его приобретаешь, это знание, оно потом остается навсегда в тебе, и оно как семена, которые ты посеял в своем мозге, в своей жизни, в своем интеллекте. И ты, ведь мы-то живем-то мы в своем интеллекте, все решения принимаем там какие-то и так далее. И вот, значит, надеюсь, что все работает. Да, все работает, здесь работает, там работает, все работает, слава Богу. И вот когда находишь какое-то хорошее знание, которое работает, которое реально работает, и которое хорошее, такое настоящее, оно изменяет твою жизнь. То есть только знание, оно как открытие такое. Ты открываешь новые миры. Как Колумб открыл Америку когда-то. И вот он открыл эту Америку. Бах, открылся новый мир. Люди даже не знали, что есть Америка. Или там Галилей. Он говорит, люди, Земля круглая. Они говорят, да не может быть. Вообще, ты что рассказываешь? Что мы видим, что она плоская. Галилей говорит, нет, говорит, люди, она круглая. И когда кто-то ему поверил, что она круглая, он уже потом поплыл и нашел Америку. Хотя искал Индию. Тоже интересно, что иногда бывает, ищешь Индию, находишь Америку. Хорошо, сегодня у нас 92-й урок, если я правильно помню, потому что мне наш уважаемый редактор Влад Косов, он говорит, что что-то я с уроками напутал. Но вот сегодня 92-й урок, насколько я понял, по словам Влада. 92-й урок в цикле «Благодарность». И вот это знание, да, интересно, оно прям реально изменило мою жизнь. Всем шалом, уважаемые друзья, значит, продолжаем изучать. Сегодня 92-й урок, и говорит нам Рав Шалом Аруш. Он говорит такую вещь. Тут немного он продолжает про молитву Кадиш. То, что мы вчера разбирали, что есть такая особенная молитва Кадиш, которую читают в синагоге ведущие молитвы, и скорбящие читают по своим ушедшим родственникам. И эта молитва, она написана про нее в Талмуде, что она имеет невероятное воздействие, что если человек, который ее произносит или отвечает на нее «Амэнь», он делает это с осознанием, с пониманием и с намерением, то ему разрываются все плохие приговоры на небе, которые были на нем. То есть какая-то идут на него программные коды, какой-то идет на него фильм ужасов там, да, по Wi-Fi каналу духовному. И он говорит, «Еешь мераба, пусть возвеличится имя великого Бога», и стираются эти приговоры. Он себя освобождает. Или второй вариант, что скорбящий говорит это о своем родственнике, который ушел, и он там где-то в геноме, его душа зависла, не может, нет у него подъемной силы, и он там в каких-то очень нехороших местах находится, его душа. И его потомок, сын или потомок, или жена, близкие родственники читают по скорбящим, или близкие родственники кого-то нанимают за деньги, чтобы он читал про скорбящих, и тот читает этот кадиш, и душа получает, пошел к ней такой заряд. Знаете, как телефон последний остался 1%, и он уже гаснет. И тут бах, вставляешь в него зарядочку, он такой начинает так сверкать весь. И вот этот вот кадиш, он дает силу душе подняться на следующий уровень, следующий, а там уже и до рая недалеко. Он говорит, почему так она работает, эта молитва? Почему именно вот эта молитва Кадиш? Не когда я сам лично молюсь и прошу Всевышнего за моего родственника или за себя. Не когда я даже ухожу в поле, в лес и там своими словами разговариваю со Всевышним. Не когда я читаю псалмы Давида, которые тоже оказывают невероятно мощное воздействие. А именно вот этот Кадиш. Он говорит, потому что в этом кадише, он говорит, нет никакой просьбы. Он говорит, отдача и желание. После этих объяснений становится понятнее, почему кадиш помогает отменить приговоры и вызволить отца из гейнома, из ада. Потому что кадиш – это только отдача. Здесь мы ничего не просим для себя. Ни здоровья, ни денег, ни даже знания Торы. Мы просим лишь о том, чтобы в мире открылась истина, и все поняли, что Всевышний благ – всецело благой и благотворящий. То есть вся молитва Кадиш – это освящение имени Всевышнего. Если рассматривать жизнь человека как баланс между получением и даванием, и этот баланс, если он нарушен, то есть человек получает, но
не отдает, то тогда этот баланс нарушается, в итоге он не перестает получать. Тот, кто очень много отдает, ему Всевышний дает какие-то ресурсы для этого и так далее. То есть у каждого свой баланс. Мы не можем, никакого человека нельзя судить, потому что мы абсолютно не знаем извне, вообще мы друг про друга мы ничего не знаем. Ты смотришь на человека, он так какие-то слова говорит, как-то он выглядит. А что у него в голове в этот момент? Никогда вы не узнаете вообще. То есть все наши предположения о том, что думают другие люди, это проецирование своих мыслей в головы других людей. То есть мы сам себе режиссер, сам себе сценарист. Один смотрит на другого, говорит, какой позитивный, хороший человек. Улыбается ему. Тот ему в ответ улыбнулся тоже. Смотри, видишь, я прав был, какая у меня вообще тонкая интуиция. Другой на него смотрит, на того же, смотрит, думает, вот морда подозрительная, вот прям вообще маньяк какой-то. Надо за ним внимательно следить, какой-то он какой-то подозрительный. Тот смотрит, на него смотрит какой-то подозрительный тип, вот так вот его рассматривает негативно. Тот тоже такой напрягся, тоже лицо такое сделал. Этот говорит, точно маньяк, я прав был, моя интуиция меня никогда не обманывала, точно маньяк. То есть, когда мы думаем, что другие думают о нас, это чистая проекция всегда. Теперь, значит, Кадиш, он продолжает. Здесь только одно единственное желание – благословлять Всевышнего в любой ситуации, в трудностях и падениях, лишь благодарить и воспевать. И получается, когда это идет как мессирут нефеш, это идет против природы человека, потому что природа человека – это только брать, получать, наслаждаться, ничего не делать, чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было, там, и так далее. То есть, это природа человека, животное такое, да? А вот тут ты вдруг говоришь, а мне вообще ничего не надо, мне нужно только прославлять Всевышнего, чтобы в мире открылось, чтобы всему миру открылось знание о Всевышнем. Это Кадиш. Он говорит, за такую отдачу, значит, Всевышний для человека, ну, то есть, человек очень сильно такой самоотдачей, он очищает свои там, то, что на Востоке называется карма, а мы называем это, знаете, как в Торе же 2000 лет назад говорили мудрецы языком понятным людям. И, например, в Перке Авот есть такая мишна, посмотри на три вещи, и ты никогда не согрешишь. Да, да, малима, дама лимала мимха, знаешь, что над тобой. Айн Роэ, то есть Бог тебя все время видит, все просматривается. Озен Шамаат, ухо слышится. Веколь Маасейха, все твои дела бесефер нихтавим. Все твои дела записываются в книгу. То есть вот это вот то, что сегодня вы сказали, там файлы все сохранены, все твои действия, они все в облаке записаны в виде информации. Да? То есть это для сегодня никого не удивляет, что везде камеры. И человек, который идет где-то, он прошел, посмотрел, он везде на камерах, все видно. Сегодня человека не удивляет, что вся его там фотографии за жизнь, если он купил облачное хранилище, оно где-то там. В каком облаке? Где мои все фотографии? Но все фотографии за жизнь можно хранить в этом облаке. Раньше люди видели только книгу, как источник записи информации. И они этой метафорой говорили, что все твои действия записаны в книгу. Но по факту это не книга, это как бы как файлы такие, да, сегодняшним языком. И вот когда ты говоришь, а я вообще другой, мне вообще ничего не надо. Вот всю жизнь мне было надо, я тут забрал, тут обидел, там обидел, тут поругался, здесь поругался, тут сказал на кого-то сплетни, тут какие-то гадости насчет себя, насчет Всевышнего. А я сейчас другой, все, меня ничего не интересует, только чтобы был свет Всевышнего в этом мире. Это Кадиш. Все приговоры, все, что я себе прошлыми своими плохими делами натворил там, оно все стирается. Так оно работает. Ну, если современным языком объяснить. И вот, значит, Всевышний видит такую веру и такое стремление. Как же он будет гневаться на тебя, пишет Рав Шалом Аруш. Ну как, если ты прямо от всего сердца хочешь только прославлять Всевышнего. Ведь мера суда пробуждается лишь тогда, когда у человека возникают желания, отличные от его предназначения. А какое предназначение человека? Это пробудить свою божественную природу, соединиться со Всевышним. И Всевышнее добро, значит, природа человека божественная, это добро, это любовь, это полное такое вот принятие, счастье и, ну, естественно, делать добро друг другу.
То же самое, как он по той же причине, душа покойного может вознестись из преисподней, когда сын произносит эту молитву. На небесах видят такое стремление сына, которое является продолжением своих родителей, а это огромная заслуга для них, способна вознести их душу. И теперь ясно, насколько важно верить, что все к лучшему, идти по пути благодарения и благодарить Всевышнего. Тот, кто так живет, кто верит, что нет зла и все к лучшему, кто стремится лишь благодарить Всевышнего за все, может сосредоточиться в кадише описанным образом. А тот, кто постоянно ноет, не сумеет правильно сосредоточиться, пишет Рав Шалом Арош вот в конце этой главы. Следующая его глава называется «Думай хорошо и будет хорошо». И здесь есть очень такой хороший инструмент, который я прямо отметил. Очень интересно, вот сейчас я нашел такую вещь. Он пишет вроде не связано, такие короткие главы, в которых очень тяжело найти какую-то связь. Но так как он человек, ну, явно близкий ко Всевышнему, то есть я когда-то его видел, несколько раз ходил к нему в синагогу, он полностью на такой вот свете, на таком позитиве, на такой вот он все время смеется, радостный такой. Он уже пожилой такой, тоже он там болеет тяжело у него, ну, как у всех людей. Жизнь, она, как сказать, она многообразная, но он реально сияет. И вот он здесь пишет: «Думай хорошо, и будет хорошо. Иногда кажется, он говорит, будто весь твой мир рушится. Тебе плохо и горько, тебя охватывают страхи и тревоги». Бывает. И это бывает у любого человека, абсолютно у любого. Например, у меня был когда-то один, ну, клиент, можно так сказать, да, значит, он мультимиллионер был, вообще мультимиллионер. И вот внешне посмотреть, вообще супер-мега богатый, ну, гений вообще, да, вот, там, гений. Вот голова у него, я более гениальных людей видел, может быть, там, ну, гений просто. Знаете, математик, сын математика, внук математика какие-то. У математиков у них свои какие-то есть мозги. И вот он, а он со мной, так как я был его как советник, коуч, он со мной делился. И у него постоянный внутренний страх. Постоянный внутренний страх. У него обнаружили какую-то болезнь. И ему постоянно надо было ходить сдавать анализы, потому что эта болезнь могла прогрессировать, а могла не прогрессировать. И вот ему Всевышний дал все. Богатство, ум, там, ну, прекрасную жизнь. Но при этом у него был внутри постоянный страх, который его съедал, что все это может закончиться. И каждые полгода он ходил на анализ, ему говорили, прогрессирует болезнь или не прогрессирует. И мы смотрим на человека сильнейшего. Тот же, например, есть такой очень великий бизнесмен, очень популярный, здоровый, рекордсмен мира. Там он все время рекорды мира устанавливает, разные такие физические рекорды для своего возраста. Оскар Хартман. Но он прямо в начале книги пишет, что ему 18 лет, поставили диагноз аутоиммунная болезнь Бехтерева, это называется. И он, ему сказали, никто не знает, ты можешь и в 30 лет умереть, и в 40 лет, и в 50. Ему сейчас уже там около 50, и он устанавливает мировые рекорды. Но страх-то постоянно есть внутри. И вот он говорит, что иногда кажется, будто весь твой мир рушится, тебе плохо и горько, тебя охватывают страхи и тревоги. Значит, что делать? Он говорит, здесь весь вопрос в вере. То есть ты же не знаешь, что будет завтра. Никто не знает, что будет завтра. Весь вопрос в вере. И он говорит, нужно лишь решить, что ты принимаешь все как благо, все, что есть и все, что будет. И в твоем настроении произойдут огромные перемены. Достаточно наедине с собой всего 5 минут подумать, что все хорошо, и увидишь, как все приговоры смягчаются. Каждый может это попробовать. Вот сегодня прям конкретное задание. Я когда это прочитал, я попробовал. Я прям 5 минут сел, по таймеру засек и увидел, что 5 минут размышлений в том формате, в котором он советует, дает конкретное изменение внутреннего состояния. Он советует так. Каждый может это попробовать. Посидеть 5 минут наедине с собой и поразмышлять о принципе веры. Какой главный принцип веры? Нет зла в мире, все хорошо. И захотеть сказать спасибо. Если что-то внушает тебе страх, нужно поблагодарить Всевышнего за то, что пугает, и за сам страх. Ведь все это к лучшему. Тогда ты увидишь, как от этих мыслей уже смягчаются все приговоры. Воистину чудесное средство.
Значит, если же тебе трудно достичь этого за 5 минут, следует совершать уединенную молитву о твоем желании жить поистине, зная, что Всевышний благ и все его дела к лучшему. Нужно стремиться достигать понимания, что в мире нет зла, и все, за все следует говорить спасибо. Перевожу на простой язык. Вот, например, там слушает меня кто-то, кто привык быть циником, пессимистом и ничему не доверять. Он сидит, говорит: ну хорошо, да, у меня все плохо, да, или там не все плохо, но есть что-то плохо. Но если я сяду и буду говорить Всевышнему спасибо за это плохо, а и я верю, что это неплохо, что это хорошо, и что будет хорошо, и что ты добрый, ты меня любишь, и дальше будет хорошо. И я тебе благодарю, спасибо, что ты мне что-то показываешь, но дальше будет все хорошо, если я это пойму. И человек скептик, циник и критик, как по привычке, это все привычки мышления. Это все некие такие алгоритмы мышления, которые, возможно, в какие-то периоды жизни от чего-то спасали. То есть любые привычки мышления формируются, чтобы защитить человека от чего-то. И, возможно, человек стал циником, критиком и жалобщиком каким-то, нытиком. В тот момент для него это было спасение. Вот если он не поноет, ему еды не дадут в детстве. Вот он ноет, ему еды дали. Если он не поноет, его будут ругать. А ноет, его не ругают. И ребенок, он вырабатывает у себя в детстве неосознанно, он не осознает. Он вырабатывает модель взаимодействия с окружающим миром, которая ему на тот момент кажется максимально эффективной. И дальше он попадает в эту уже привычку мышления, и дальше он циник, критик, и его уже то, что когда-то его спасло, дальше оно его лишает всего в жизни. Но он уже это не осознает, он говорит: я такой. В этом случае Рав Шалом Аруш говорит, что нужно тогда просить у Всевышнего: дай мне возможность поверить. То есть нужно тогда 5 минут сидеть и говорить: я не верю, что все хорошо. Но я тебя прошу, ты же Бог, дай мне возможность. Я только верю, что есть Создатель, который Творец, Хозяин мира. В это я верю. И я прошу тебя, дай мне, усиль мою веру. Даже если ты в это не веришь, я прошу тебя, усиль мою веру. Дай мне стать, то есть я хочу поверить, что все хорошо. Хочу прикоснуться ко всем этим чудесам, о которых рассказывает Рав Шалом Аруш. Хочу стать позитивным. Хочу стать добрым, веселым, радостным, чтобы люди меня любили, чтобы мне помогали. Хочу видеть все в таком радостном свете, смеяться, веселиться. Помоги мне, я хочу таким стать, я хочу поверить, что все хорошо. Вот то, что он советует тому, у кого не получилось 5 минут думать, что все хорошо. Не веришь, что все хорошо? Проси, чтобы поверить. Дальше он говорит, нужно стремиться достигать понимания, что в мире нет зла, и за все следует говорить спасибо. Дальше он говорит, если продолжаются у человека страхи, дурные мысли, и кажется, словно весь мир рушится, значит, над ним тяготеют приговоры. Значит, там на небе какая-то свинцовая туча и приговоры, то есть он что-то такое раньше натворил, или кто-то его сглазил. Тоже такая есть история, да, что кто-то его ненавидит, но почему человек его ненавидит? Тоже значит, он что-то не так сделал. Потому что если человек все делает так, то Всевышний, ну, он не посылает ему каких-то таких людей. Значит, он где-то ошибся, и вот теперь он получает вот эти вот приговоры. И он говорит, тогда нужно посидеть с самим собой и говорить слова. «Я верю, что в мире нет никакого зла. Я верю, что есть лишь благо. Я верю, что Всевышний лишь благой и благотворящий. Я верю, что все, сделанное Всевышним до сих пор, это самое лучшее для меня. И все, что будет, будет только наилучшим для меня». И он говорит, так вот, стоит лишь повторять это несколько минут, и ты почувствуешь, как все приговоры смягчились. И ты освободишься от тьмы, а вместо нее засияет свет. Изменись дальше, он говорит, этого должен захотеть каждый. Воспитать свой разум так, чтобы все стремились к благодарности. И значит, тот, который сможет это сделать, и он достигнет полчаса в день, что он сидит, то он вообще... Ну, то есть, точно за полчаса в день благодарности все можно исправить. Измени свою природу, избавься от эгоизма, от жестокости, от неверия. По полчаса в день благодари за самое болезненное. За то, что тяжелее всего, мешает тебе больше всего, скажи спасибо. Скажи, я верю в то, что ты, Господи, творишь лишь благо. Я благодарю тебя от всего сердца. Благодарю тебя, Творец Вселенной. Спасибо тебе за все, что ты для меня делаешь. В мире нет зла. Я не хочу, чтобы ты посылал мне мысли о том, будто бы в мире бывает что-то нехорошее. Ты управляешь миром лишь к благу. И все деяния твои блага. Точка. Смотрите, человек циник, скептик. Вот я скажу вам так.
что читаешь это, ну, думаешь, ну-ка, ну, действительно. Потом вспоминаешь, а внутри-то есть сопротивление. Значит, если открыть любой новостной портал, любые новости, то там идет накачка прямо противоположных мыслей. Например, мир начал готовиться к новой пандемии. Читаешь заголовок, думаешь, капец вообще. Какой мир начал готовиться? Какой новой пандемии? Кто ты вообще этот журналист, который берет и из пальца высасывает какую-то страшную идею, которая пугает миллионы людей? Сидит человек и думает, мир уже готовится к новой пандемии, а я не готов. Слушай, я помню, какие ужасы были в коронавирусе в начале, насколько люди с ума сходили от страха. Это было вообще страшное время кого-то из этих журналистов, да, которые писали вообще, сколько людей умерло от страха, от тревоги, от вообще непонятно от чего. Ужас, жуть была какая-то. Потом бах, закончился коронавирус. Теперь то же самое, сейчас уже, мне же стало интересно, думаю, какой пандемии мир. Болезнь X, ученые еще не знают, что это будет за болезнь, но мир уже готовится. То есть люди живут, они накачивают себя или негативом, страхом, или люди накачивают себя доверием ко Всевышнему, любовью, благодарностью и так далее. И благодарность поднимает иммунитет и качество жизни. Как будет, никто не знает. Значит, но я вам сейчас скажу такую вещь. Вот здесь как раз у нас идет американская система happiness, которая тоже Равин написал эту книжку. И он нам, сегодня у нас как раз урок 15 в этой книге. Мы закончили его книгу, вы помните, которая называется «Thank you», «Gratitude», про благодарность. Мы 77 уроков было в той книге, а в этой книге где-то около 86, вот я смотрю. В этой книге около 100 уроков тоже, вот мы ее тоже прочтем. Сегодня 15 урок называется «The Ultimate Happiness Formula». Ультимативная формула счастья. То есть ультимативная, это как бы экстремальная формула счастья. Прям можете записать даже, потому что он пишет главную вещь здесь. Он пишет, the ultimate happiness formula is, значит, вот эта вот экстремальная формула счастья, ультимативная и однозначная, is, есть, trust in God, доверять Богу. То, что на долларах написано, in God we trust, мы Богу доверяем. То есть доверие Богу. И это доверие даст тебе peace of mind, даст тебе мир в твоем интеллекте. Доверие к Богу. Вот это доверие трансформирует твою жизнь и добавит духовности во все, что ты делаешь и во все, что ты видишь. Когда ты искренне доверяешь Богу, оно дает тебе wealthy, да, это богатство переводится, wealthy, но здесь это изобилие больше, я бы сказал. Оно дает тебе изобилие. То есть ты перестаешь волноваться, и ты уверен, что Всевышний, он все время тебя обеспечит. Даст Бог день, даст Бог пищу. И главный индикатор доверия к Богу – это беспокойство за будущее. When you worry about the future, когда ты беспокоишься за будущее, значит, это внутренний месседж, да, то есть это внутренний месседж, ты не доверяешь Богу. Ты говоришь, наверное, будет какая-то подстава, да. А себе доверять, понятное дело, что если человек, чем старше становится, тем он чувствует, ну, то есть меньше контроль, да, над телом, над жизнью, над энергией, над всем. И он начинает больше волноваться. Но почему? Потому что тот, кто полагается на себя, тот, кто не видит, что всю жизнь, вся его жизнь была, это было подарок от Всевышнего, и все его достижения, контроль, деньги и так далее, все это было только от Всевышнего. Тот, кто неблагодарный и не видел Всевышнего раньше, тот и не видит Всевышнего в будущем. Тот, кто не видит милость Всевышнего сейчас, а обращает внимание только на плохое, тот и не видит милость Всевышнего в будущем. Поэтому доверие Всевышнему – это следствие любви ко Всевышнему. А любовь ко Всевышнему – это следствие благодарности Всевышнему. И когда ты видишь и замечаешь, насколько он тебя несет вот так вот всю жизнь, и то, что ты дожил до сегодня, это все было череда таких вот подарков от Всевышнего. Когда ты это видишь, тогда у тебя возникает любовь. Когда у тебя возникает любовь, ты соединяешься со Всевышним. Когда ты соединяешься со Всевышним, у тебя возникает доверие Всевышнему, и у тебя наступает peace of mind. Peace of mind – мир в интеллекте.
И когда он говорит, ты начинаешь волноваться, или кто-то тебя раздражает, нужно, чтобы у тебя прям слышался в интеллекте месседж. Trust in God, доверяй Богу. Чего ты нервничаешь? Trust in God, доверяй Богу. Когда ты не достигаешь каких-то своих желаний или целей, trust in God, доверяй Богу. Все. Trust in me, как будто бы Бог тебе... Вот, и он приводит такую метафору. Он говорит, если бы тебе какой-то влиятельный человек сказал, верь мне, я тебе помогу, тебе же стало бы легче. Да, вот, вау, я познакомился с этим человеком, наверное, он мне поможет. А Бог, который тебе всю жизнь помогал, а ты ему не доверяешь. Не, Богу я не доверяю, не. Вот человек, он мне поможет. Человек это просто песчинка, орудие в руках Всевышнего. Поэтому нужно доверять Богу. И тут он приводит историю, которая прямо четко вот показывает, как это работает. Значит, история, значит, такая. От первого лица она идет, что пишет один человек. Я всю жизнь думал, я привык думать, что я все могу сделать сам. И, значит, потом наступил кризис в моей жизни, который меня научил, который мне показал мою беспомощность. И он меня научил доверять Богу, и это сохранило мою жизнь. Он говорит, я всегда был a top student, ну то есть я был лучший студент. Я был умный, креативный, популярный и успешный. Когда я стартанул свой бизнес, он процветал, и я был таким человеком, которого все получается. Все, к чему я касался, I touch turned into gold. Все, к чему я касался, переворачивалось в золото. И у меня был очень дорогой дом, в котором было много гостей. Был ресепшн, была стойка такая приемная для фандрейзинга. Люди, которые приходили, просили деньги, он давал им деньги. То есть он был достаточно верующий человек. То есть раз была стойка для фандрейзинга. And public lectures. У него даже дома были публичные лекции. Мое богатство и дом были очень важной частью моей самоидентификации. То есть я как бы считал, что это и есть я. И когда я хотел еще больше expand my business, когда я хотел расширить мой бизнес, я вступил в одно рискованное дело, и оно не сработало. И мой бизнес упал, я потерял, вынужден был продать мой дом, и у меня, значит, чтобы оплатить долги. И я чувствовал невероятный стресс все время. Я не мог спать ночью. Я потерял аппетит. В конце концов, I collapsed while... Когда я пошел по улице, у него наступил инфаркт, и он упал прямо посередине улицы, и его увезли в госпиталь. И он говорит, я очень благодарен, очень ценю моих друзей, которые пришли меня проведать и поддерживали меня. И один из проведывающих сказал мне, ты волнуешься очень сильно за свои долги. Потому что ты чувствуешь, что ты один, и никто тебе не поможет, и ты сам должен все это делать. Доверься Богу, trust in God, доверяй Богу. And let him carry your... И дай ему нести твои проблемы, то есть он разберется с твоими проблемами, да? Отпусти. То есть как будет, так будет. Ты не можешь, все, прими это. И когда... Это не была мысль, он говорит, новая для меня. Но когда я находился в реанимации, я был подключен ко всем вот этим вот приборам, которые меряли там пульс, давление, все эти показатели. И когда я подумал, что действительно я отпускаю, что пускай Всевышний несет, он хозяин мира, и он разберется, он меня всегда нес и дальше понесет. Он говорит, у меня все показатели выровнялись. И... Значит, в интенсивной терапии, в реанимации, я увидел моментально, immediately, как успокоительный эффект от того, что я выразил вот это свое доверие Богу. Я почувствовал спокойствие первый раз за долгое время. Я потерял мой бизнес, я потерял мой дом, но, говорит, я заработал peace of mind, я получил мир в душе. И невероятное ощущение спиричуалити, духовности всей моей жизни, всего, что со мной происходит. И после этого, говорит, мое здоровье улучшилось, мой бизнес начал опять процветать. И сейчас у меня есть величайший партнер, который только возможно представить. И это Бог. И у меня нет гарантии, что я буду богатым, но у меня есть гарантия, что я буду счастливым.
Вот видите, у меня футболочка. Choose happiness. Вот такая вот дополнение к тому, что мы здесь изучили. Никто не знает, что будет завтра, поэтому доверяйте Богу, и все будет хорошо. Все, спасибо вам большое за то, что вы присутствуете, за то, что вы делитесь. У нас сегодня уже 230 участников урока, если взять полностью во всех сетях. Это очень хорошо, что мы создаем божественный свет. Чем больше будет счастливых людей, я вот вчера как раз думал над тем, что люди сейчас в большом кризисе психологическом. И чем злой человек, тревожный человек, боящийся человек, он распространяет вот этот вот негатив, и негатив усиливается. Надо наоборот вытаскивать этот мир через счастье, через благодарность, через добро, потому что счастливый человек, он не будет ни воевать, ни кого обижать, он счастлив. Поэтому нам очень важно распространять то, что мы делаем, и чтобы Всевышний в заслугу нашей благодарности не делал нам проблемы. То есть он доделает проблемы, чтобы мы остановились и перестали гнаться за какой-то пустотой, а внесли в свою жизнь больше духовности, больше святости. И если мы это делаем, тогда проблемы не нужны. Поэтому то, что мы проводим платформу Ваикра, и ваша помощь очень сильно важна. И если вы начнете применять то, что мы изучаем, мы прям реально можем спасти мир. Все, всем удачи, успехов. И чтобы Всевышний, чтобы услышал ваши молитвы и дал нам peace of mind, шалом в душе, peace of мир с ближними, шалом байт это называется, мир в доме. И тогда наступит мир во всем мире. Тогда войны остановятся, потому что счастливые люди воевать не будут. Все, всем удачи.